Бельгия в понедельник приняла 4 детей из сектора Газа, чтобы оказать им медицинскую помощь. 3 из этих маленьких пациентов в возрасте от 6 до 10 лет нуждаются в лечении от рака. В поездке детей сопровождают их близкие. Всего бельгийские власти приняли в рамках этой миссии по медицинской эвакуации за 1000 километров 12 человек. These patients have been evacuated through PCRF prior to the Rafah closure to Egypt, used it as a central hub, and then pulled from there to Belgium. And obviously, as you can tell, the trip is not easy. These are patients that have lost everything in home. They have lost their homes, they have lost loved ones, and so we had to make sure that they've already been displaced once, that they feel comfortable as we're taking them to another location. Бельгия лечит этих детей, а транспортировка осуществлялась словацким медицинским самолетом. Это 2-я миссия такого рода под руководством Евросоюза, Всемирной организации здравоохранения, Египта и неправительственных организаций. Несколько дней назад Испания приняла 16 молодых пациентов, также в сопровождении членов семьи. Всего более 40 человек. Each country again picks based off the criteria that they believe is best for the way that they can help those patients. And so Spain has had patients that had orthopedic problems, chronic conditions, cardiac problems. Belgium's focus was primarily more onto the oncology like patients. Эти пациенты останутся в Европе на время лечения до тех пор, пока в секторе Газа не будет достигнуто прекращение огня, объясняет Тарек Хайлат. На данный момент он по-прежнему надеется, что другие страны Евросоюза откроют свои двери для больных палестинских детей.